печенья с помощью вот такой формы для выпечки мы выдавливаем сердечки. Вот у меня вот такие сердечки получились. Теперь берем любое варенье, любое повидло, какое у вас есть. Смазываем одну часть сердечка джемом. Выкладываем вторую часть сердечка. Не сильно давим. Окунаем в шоколад. Вот так у нас получилось. И затем мы окунаем в посыпку. Вот так. Даем ему остыть.